В Воронеже на улице Остужева состоялось торжественное открытие уникальной для нашего региона автоматической автозаправочной станции. Это новинка – проект Воронежской топливной компании, который дарит автомобилистам ряд неоспоримых преимуществ при заправке. Это объект, который дает возможность заправиться полностью автоматически, полностью отсутствуют операторы-заправщики, что дает существенно сэкономить операционные затраты по содержанию данного объекта. Соответственно, эта прибыль, которая у нас формируется, мы распределяем таким образом, что делаем скидку на топливо, и это топливо для потребителя становится существенно дешевле. Станция создана для тех, кто ценит свои деньги, время и комфорт. Представители компании считают, что инновации в первую очередь оценит молодежь, которая любит все новое и предпочитает автоматизированную технику. Правила пользования автоматами максимально просты и в доступной форме прописаны на колонке. Но если клиент испытает какие-либо затруднения, сотрудники АЗС всегда готовы прийти на помощь. Мы понимаем, что какие-то новшества вызывают у людей иногда растерянность. Конечно, мы будем помогать, то есть здесь будут находиться наши сотрудники, подсказывать, если это будет необходимо. И здесь всегда есть кнопка онлайн-связи со службой технической поддержки. Это человек, который всегда в любую минуту круглосуточно сможет ответить на любой вопрос. У первых клиентов освоение премудрости пользования автоматической АЗС затруднений не вызвало. И воронежские водители по достоинству оценили все преимущества новинки. Это всегда здорово, когда какой-то сервис автоматизируется, потому что я сам в последнее время пытаюсь прийти к этому во всех своих контактах с какими-то любыми услугами, товарами. Очень мало времени занимает такая заправка, не нужно идти куда-то, не нужно общаться с кассиром, тратить на это время. Здорово, что за счет автоматизации находятся возможности цену снизить. И скидка 1 рубль с литра довольно существенна. Плюс ко всему здесь действует скидочная система, которая была внедрена в Воронежскую топливную компанию уже давно. Я ей пользуюсь. И, соответственно, вот эти скидки друг на друга накладываются, получается хорошая выгодная цена. Представители компании обещают, что если такой формат заправок окажется воронежцами востребован, то они в перспективе готовы увеличивать число автоматизированных АЗС.